такой у нас питомец появился. Это улитка Хатина. Ей 4 недели. Вырастает она до 20 сантиметров. Где купили? Вторая спит. Это куда-то ползет. Назвали Даша и Паша. Не совсем знаем, кто где там Даша, где Паша. Как ее назвали? Это для своей... лицезреть ее целиком. Она постоянно ползает, ползает. Что-то ее стревожило. Ну такая вот у нас улиточка. Будем ее периодически снимать. Ну, может, раз в месяц показывать, как она подросла. Сейчас где-то 1.5 сантиметра. Вторая, как я уже сказал, спит. Что там такое видел интересное? Резкость настраивает ручную. Ну, постоянно рука шевелится. И сама улитка тоже.